Управление ЖКХ города Каспийска подвели итоги работы организации за полгода текущего периода. За это время специалистами было реализовано порядка двух крупных программ. У нас предусмотрены благоустройство дворовых и общественных территорий. Это дворовые территории, это 5 дворов и общественных территорий 4. Это скверы и аллеи. Ну, на сегодняшний день реализация этой программы у нас идет полным ходом. Значит, программа реализовывается ООО «Монолит Инвест». На сегодняшний день некоторые дворы обустроены, и в октябре планируется уже закончить ремонтные работы. Кроме того, проект по благоустройству скверов и аллей также находится в процессе завершения по программе правительства Республики Дагестан «Мой Дагестан, мои дороги». В рамках проекта запланирована реконструкция порядка 7 дорог, 4 из которых уже обновлены. Кроме того, есть другие мероприятия, которые проводятся управлением. Это совместно с МБО «Зеленым городом». Это и нанесение разметок, это и, значит, ямочный ремонт дорог города. Это также установка знаков различных пешеходных переходов, где необходимо. Мы проводим постоянный мониторинг. По словам заместителя начальника управления ЖКХ города Каспийска Замира Омарова, в ближайшее время также планируется устранение насущных проблем в городе и реализация новых приоритетных проектов.